правильний шлях, дають установу, і в майбутньому це дуже-дуже велике щастя, бо ти знаєш, що за твоїми плечима стояв такий учитель. Тому дякую вам за все, і сьогодні я маю честь за дорученням виконавчого комітету Запорізької міської ради нагородити за багаторічну творчу діяльність, високу професійну майстерність та особистий внесок у розвиток національної культури заслуженого працівника культури України, керівника народної вокальної студії «Юність» комунального закладу «Палац культури Орбіта» Артем'єва Володимира Євгеновича. Ваші аплодисменти, ви большое спасибо за такі теплі, добрі слова в адрес нашого любимого Владимира. Я трошечки з залом разом. З днем народження вас, з днем народження вас, з днем народження вас, з днем народження вас. Большое спасибо. Ми могу сказати чесно, мікрофон шикарно. Аплодисменты, большое спасибо Народному дому, как всегда, оставайтесь эмоции за хорошее настроение. Владимир Евгеньевич, ну и это еще не все. Дорогие друзья, спешим поздравить Владимира Евгеньевича Артемьева. Именно сегодня, именно день в день, в день 70-летнего юбилея президент благотворительного фонда «Фонд добрых дел» Владимир Пушковский. Встреча Пушковский. Встречайте, друзья. Так, Владимир Пушковский, проходите к нам на сцену. У нас здесь уже дорожка протоптана. Ну и аплодисменты, аплодисменты, давайте, друзья! Давайте поаплодируем, встретим еще одного гостя нашего великолепного вечера. Вот проходили бы все сегодня в таком хорошем настроении, было бы вообще супер. Уважаемый Владимир Евгеньевич, мы от имени президиума нашего фонда подготовили благодарность, потому что все пришли не только послушать выступающих, но и послушать вашу музыку. Поэтому я не хочу очень долго задерживать присутствующих в зале в первую очередь, а вам просто большая благодарность. Если на карте Украины появилась еще одна столица музыки и творческих людей, то я думаю, что сегодня мы можем с уверенностью сказать, это благодаря вам. Так держать, учите, зажигайте звезды и сами будете долго еще летать. С днем рождения! Спасибо большое. И... Владимир Пушковский. Владимир Пушковский, кстати, в его словах о точке на карте есть воспитанница, которая поет именно такие слова в своей песне. Большое вам спасибо, Владимир, за прекрасные слова. Ну, давайте еще раз поаплодируем всем тем, кто пришел поздравить нашего юбиляра. Спасибо. Ну, а мы пока Владимира Евгеньевича отпускаем, но отпускаем совершенно ненадолго, потому что сейчас мы продолжим нашу концертную программу и о тех словах, которых сказал Владимир Пушковский, о тех словах, которые подтвердил Юра. Мы сегодня услышим эту воспитанницу на этой сцене и в этом зале. Ну, а пока мы продолжаем юбилейный концерт, дамы и господа, воспитанница Владимира Евгеньевича Артемьева, которая занимается у него уже с 2003, если я не ошибаюсь, года, и она сегодня со своей живой командой порадует вас в этом зале. Встречайте громкими аплодисментами Анна Носенко и драйв-бэнд студия «Юность» Владимир Артемьев. Ну, я бы еще добавил, Анна Носенко, лауреат международной их всеукраинских фестивалей и драйв-бэнд. Давайте повстречаем их подружнее. Встречайте.
честь сегодня выступать здесь, в этом зале. И, конечно же, для вас, для Владимира Евгеньевича, следующая песня – музыкальный подарок. Thank you.
У нас сегодня будет много и живых коллективов, и тех, кто привыкли просто поражать вокалом и с прекраснейшими аранжировками, поэтому могу вам сказать честно, мы как в аэропорте вас пристегнуть не сможем, но я надеюсь, то творчество, которое будет просто излучаться с этой сцены, заставит вас быть все эти 5 часов в зале. Согласны? Нет, 5 часов я загнул, но будьте готовы, действительно, сегодня много выпускников разных годов будет на этой сцене. Давай пригласим 4,5. 4,5. Я шучу. Будет все драйвово, обещаю. Давайте пригласим на эту сцену. Друзья. Да, девушка, у меня, кстати, есть один вопрос. Проходите к нам. Под ваши аплодисменты Дарья Чернявская появляется. Дарья Чернявская, которая занимается Владимиром Евгеньевичем в 2010 год. Дарья сейчас учится уже в консерватории, и уже сейчас этот белый рояль стоит на сцене не просто так. Дарья, вот у меня к тебе вопрос. Вот каким ты впервые встретила Владимира Евгеньевича, и что он первое тебе сказал? Он сразу увидел в тебе звезду или сказал, нужно упорно над этим работать? Как это было? Он сказал, годика через три запоешь. Вот так вот, годика через три, а уже на дворе 2017-й, консерватория, и одна из лучших воспитанниц Владимира Евгеньевича Артемьева. Дарья Чернявская. Дарья Чернявская. Поаплодируем и просим вас за белый шикарный жень. Ну, вариация на тему, а на какую мы сейчас услышим? Дарья Чернявская, Владимир Артемьев. Набрать целый коллектив музыкантов для того, чтобы их песни звучали.
Вот если говорить именно об этом человеке, могу сказать, что он в одиночку может справиться с тем, чтобы держать публику. О нем будет много легенд. Но если речь идет о девушках, это все выдумки, честно скажу. Если речь идет о музыке, действительно, это тот человек, о котором, может быть, вы слышали историю, когда приезжала к нам в Запорожье на гастроли группа «Ногу свело». Может, помните такое? И вот была такая история, что барабанщик этой группы заболел, причем был действительно очень тяжело болен, и концерт уже практически отменили. Ну и вот тут-то один из организаторов концерта вспомнил о нашем молодом запорожском даровании, который за ночь полностью выучил программу этой группы. Это правда, это не выдумки, так и было. Да, мне было 16. Ему тогда было 16. И это правда. Мало того, кроме того, что он барабанщик, именно как барабанщика его впервые встретил и увидел, он еще и аранжировщик, правильно? Композитор, гитарист, правда, перекладывает постоянно гитару почему-то на левую руку, на правую, не на левую. Я левша. Левша. Ну и надеюсь, что именно тот номер, который сегодня будет в твоем исполнении, действительно, как всегда, порадует. Ты хотел еще сказать пару слов Владимиру Евгеньевичу? Да, добрый вечер. Спасибо, что пришли, очень приятно. Я только с автомобиля вылез, ехал 6 часов, очень устал, поэтому сегодня вам просто поиграю легенькие, ненавязчивые биты под аккомпанементик, то есть не лицезрейте там какую-то супер взрывную историю, потому что вся она внутри, благодаря папе Вове Артемьеву, и очень приятно, что мы все здесь сегодня собрались, и хотелось бы очень сильно не нервничать. Не буду многословным, спасибо большое. Что-то попытаюсь для вас поиграть ненавязчиво. Спасибо. Ну а пока он занимает свое место на кухне, вот именно так звучит на жаргоне музыкантов барабанная установка, еще раз хотел бы, чтобы вы поаплодировали. Олег Федосов сегодня персонально на дне рождения нашего любимого Владимира Евгеньевича. Ну и номер, который он сегодня приготовил. Поехали! Включайте, я готов!
Мужчина в черно-белом это сделает. Аплодисменты! Добрый вечер. Мне сегодня помогает мой друг детства Толик Масейко. Владимир Евгеньевич, с днем рождения. Эта песня для вас. Воды. Залы
Анатолий Масейко именно сегодня эксклюзивно на празднике. Поаплодируйте! Ну и я надеюсь, что вам полюбился Анатолий Масейко. Он приготовил еще один номер и композицию. Ну и под ваши аплодисменты Анатолий Масейко мог выходить на сцену. И композиция подготовлена специально для нашего юбиляра.